Польше, в отличие от Праги, строительных работ, конечно, поменьше. Всего вот одну стройку я увидел. Нет огромных сооружений, как в Праге. Однако вокруг фабрики, завода, здесь другое направление. Разговаривали с Евгением по поводу барбершопов здесь, в Польше. И вот как раз я сейчас пришел, тут огромная куча людей. И, в общем, постричься просто так не получается. Друзья, всем привет! Сегодня я иду в Ужонт, это администрация здесь, в Польше. Там находится мэр, туда подаются документы, когда вы получаете воеводское приглашение, с которой приедете сюда работать в Польшу. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, как там обстановка, чем администрация здесь, в Польше, отличается от администрации в России и в Америке. Итак, вперед! Я в Ужонте, это администрация города. Как раз здесь дают людям воеводские приглашения. Так все это выглядит. Здесь разное отделы. Очень, кстати, похоже на нашу российскую администрацию. Куча отделов. Здесь вы можете сначала подать документы, подает работодатель, а после воевода дает вам приглашение, с которого вы получаете визу. Так все это выглядит. Ну, документы подали. Администрация, в принципе, ничем не отличается от российской. Также кабинеты, информационные стенды, запись на встречу с мэром. Также в отделы, где вы сможете спокойно подать необходимые документы. Так, друзья, всем удачи. Привет из Польши. Приезжайте, работайте, получайте второй паспорт. Всем пока.